отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Направленные в практическое русло стремления к красоте позволяет им стать хорошими дизайнерами, стилистами, оформителями. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Обладатели этого имени появляются на свет для того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье. Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, чрезмерное желание ухаживать за другими людьми. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.